Впереди 1 мая и День Победы. Подробнее о том, как будем отдыхать в мае и чем планируют занять себя тверичане, расскажет наш корреспондент. Грядущие майские праздники для россиян все равно, что новогодние каникулы, такие же долгожданные. Повод отвлечься от рабочих будней. В этом году трудящиеся будут отдыхать целых 7 дней, включая выходные. Если брать во внимание производственный календарь, то россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Далее 2 мая уже рабочий день. И что касаемо уже следующих майских праздников, то они начнутся 6 мая. 7, 8 и 9 также выходные дни. Далее трехдневная рабочая неделя и вновь выходные. Вот только в отличие от зимних каникул, когда граждане в мате свои именно отдыхают, на весенний у большинства тверичан наполеоновские планы, ведь впереди дачный сезон, соответственно, садово-огородные работы и, конечно, шашлыки. Мы поинтересовались у жителей Твери, чем они планируют заняться в длинные выходные. На майские праздники вот с внуками гулять. На даче. Что я могу 85 лет? Работать по возможности. Писать диплом. Хотелось бы, чтобы была хорошая погода. Я здесь всего год проживаю, поэтому люблю гулять. Ездить в родной город, навести свою семью, побывать на даче, грядки с шашлыками. Шашлыки, побыть с семьей. Что можно пенсионеру сказать? Конечно, на даче. Цветочки, лютики и все прочее. Всех любителей отдыха на природе с шашлыками и прочими развлечениями предупреждают об ответственности за пал сухой травы, который часто возникает по причине неосторожного обращения с огнем и брошенных незатушенных сигарет. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физического лица. А если случился пожар, то уже грозит уголовное преследование. Кроме того, жители региона предупреждают об активности клещей. За прошлую неделю паразиты покусали 116 человек, в том числе 46 детей. Клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как боррелиоз или энцефалит. Рекомендуется также перед началом дачного сезона обрабатывать в качестве профилактики приусадебные участки противоклещевыми препаратами. Соблюдение этих предосторожностей и творческий подход к организации своего досуга позволит провести праздничные выходные интересно и с пользой.